Московский тракт проложен до Рязани, но как-то раз на этом на пути машина ЗИС, груженная дровами, решила ЗИЛ-130 обойти. А машина ЗИС, груженная дровами, решила ЗИЛ-130 обойти. А ЗИЛ-130 вез боеприпасы, вела машину девушка-шофер. И жми на газ, не трать бензин напрасно, сильнее 130-го мотор. А, не жми на газ, не трать бензин напрасно, сильнее 130-го мотор. И так они дошли до поворота, друг другу не желая уступить. А по краям широкие болота, и стрелочка на сотенке лежит. А по краям широкие болота, и стрелочка на сотенке лежит. Но встречный МАЗ решил судьбу иначе, на повороте врезался в ЗИСа. Не стало слышно пения мотора, и шофер ЗИСа лежит у колеса. А, не стало слышно пения мотора, шофер ЗИСа лежит у колеса. Девчонка тоже резко тормознула, и от толчка боеприпасы взорвались. Уснула. Три жизни вдали куда-то унеслись. И за рулем навек она уснула. Три жизни вдали куда-то унеслись. Московский тракт проложен до Рязани, но как-то раз на этом на пути машина ЗИС, груженная дровами, решила ЗИЛ-130 обойти. А машина ЗИС, груженная дровами, решила ЗИЛ-130 обойти. А машина ЗИС, груженная дровами, решила ЗИЛ-130 обойти.